Меня зовут Соня. Я с Мальты и живу в России уже 18 лет. Сегодня я поделюсь секретом, как испечь настоящий, невероятно вкусный мальтийский хлеб. Для этого нужно 3 чашки муки, 2 столовые ложки сухих дрожжей, 1,5 чайной ложки соли, 2 столовые ложки оливкового масла, 1,5 чашки теплой воды. Перемешиваем деревянной ложкой до однородной массы. Накрываем пленкой герметично и оставляем на час. Насыпаем муку на поверхность стола. В зажечье за час тесто складываем. Складываем еще раз и еще раз. Наносим линии. Запекаем в духовке на максимальной температуре в течение полчаса. Затем снимаем крышку и печем еще полчаса. Посмотрите на эту красоту. Желаю вам приятного аппетита!